Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Ну что, не будем убирать в сторону наши брюки Виктория, потому что именно с ними сегодня заказывают блузу Полина, блуза-туника. Как часто, девчонки, поправляемся, худеем, скачет вес. Особенно после новогодних праздников, давайте говорю честно, да, мы немножко поправились, хотим скрыть животик где-то. И часто надеваем на себя те блузы, в которых мы дискомфортно себя чувствуем. Но либо, знаете, вот такие огромные, страшные, мешки. Серые какие-то вытянутые туники. Да, в нашем случае здесь туника, которая будет и миниатюрным платьем, из эластичного панбархата, который тянется во все стороны. И быстро подстроиться под вашу фигуру. Красивый принт в стиле японской росписи и, конечно же, инкрустация по верхней портретной зоне. У нас принт идет только в передней части, по рукавам и по передней полочке. На спинке у нас просто оформление однотонного крэш-бархата, что позволяет вам стать еще более миниатюрным. Вот как раз-таки спинка. У нас получается принтованный только рисунок по рукавам, по передней полочке, и портретная зона оформлена вот такими хрусталиками. Сколько бы я их ни тер, сегодня так. Не пробовал, как говорится, это они не снимаемые. А почему? Потрешь, потому а что поверхность здесь. Именно бархата класс. Достаточно плотная и пушистая. В ней очень хорошо впиваются именно вот эти элементы, поэтому они остаются здесь надолго. Безопасная дистанционная покупка. Ты выбираешь очень часто для своих артисток. Вот как вообще ты выбираешь, допустим, такие вещи, как блузы, туники, по цветотипу кожи, по цвету волос, по настроению? Как это делать вообще? Ну, в первую очередь, конечно же, стандартный внешний вид учитывается, но и, конечно же, пожелание артиста и то процесс, который нужен, чтобы одежда как-либо повлияла. Если нужны какие-то очень яркие мероприятия, то выберем яркое. Давайте же выберем цвет для наших дам сегодня. Вот у меня в руках вот такой сиреневый, красивый, фиолетовый в заказе. Дальше идет у нас опьяняющий бордовый цвет. Оливковый оттенок. Ой, красиво! Это, кстати, тренд следующего сезона. Все зеленые оттенки будут главными фаворитами. Темно-синий. Очень нравится нашему продюсеру Анастасии синий цвет. Она любит уже сапфиры, ее. Наша она девочка, в ней вообще-то эфиры ведет. Вау, черный цвет. Вы знаете, что приятно? Вот, девчонки, это правда. То, что любят наши телезрители, любим мы сами. Тем более, что сегодня модный, стройнящий, яркий образ от бренда Deluxe. Выбирайте блузу Полина сразу же вместе с брюками Виктория, и вы сделаете действительно правильный выбор. А как мне попасть в просак? Вот скажи мне, пожалуйста, как выбрать размер? У нас здесь размер можно выбирать от 46 до 68, сдвоенный размер. Но вот плюс сдвоенного размера в том, что мы в любом случае попадем. Да, мы здесь можем ошибиться с вами в размерах, выбрать, например, меньше или больше. В любом случае мы попадем в свой размер. Удвоенность размеров, это значит на 99,9% попадание, конечно же, в форму. Поэтому такие дистанционные покупки становятся очень удобными. Давайте сделаем замер и узнаем, сколько же по длине будет наша туничка. То есть она у нас 80 сантиметров ровно в размере 54. То есть плюс-минус 2 сантиметра будет от каждой модификации. И давайте же еще замерим нашу проймочку. Здесь у нас достаточно свободный рукавчик, но при этом за счет панбархата он очень хорошо прилегает. Но когда нужно, он всегда подтягивается. В половину размера у него получается по шву 29 сантиметров. Это значит, у нас получается почти 60 сантиметров в обхвате. Отлично. И приспущенное слегка плечо для того, чтобы уместить даже достаточно объемные спортивные плечики. Знаешь, это как в фильме. Это энергичный танец. Девочки, я сейчас хочу передать точно всем моим любимым красоткам привет. Вообще всем нашим телезрителям, но особенно тем, кто уже сейчас без презентации заказал для себя, таких уже 17 человек, платье Felicity. Девочки, это что-то бесподобное. Подобное. Правда, очень нарядный образ. Дождитесь презентации. У нас есть разные цвета и функциональная брошь, которую вы можете пристегнуть, допустим, к своему любимому другому пальто. К мужу пристегнуть ее. Ну и, кстати, да. Чтобы найти его на мероприятии. Чтобы не забыть так, его Никол, потом. Ну смотри, вот раз заказывает сейчас блузу Полина вместе с брючками Виктория, мы напоминаем это. Тоже важный нюанс. Это сезонное предложение, вот такая блуза сейчас, или мы можем носить ее весной? Она очень актуальна будет зимой, ткань, так как панбархат достаточно такой мягкий, текстурированный.
принципе, он олицетворяется именно зимним периодом. Очень мягкая, хочу сказать. Потому что часто ощущения у королев и у цариц были именно бархатные горжетки, оформленные с оторочкой меха. Но я хочу сказать, что панбархат можно носить в любой сезон. Например, в прохладные летние вечера. Это, конечно же, встреча и весны будет в данной тунике. И, безусловно, всегда использование как в домашних условиях, так на какие-то мероприятия, встречи, или даже может пойти на работу, у кого нет строгий дресс-код. А давай вот по подолу растянем его, слушай, ну это просто плюс. Это огромный плюс для тех, кто... Тяни. Вот посмотри, класс. Идеально. Что ты с ним собираешься сделать? Помять хочу. Потому что вы можете ее даже вот так небрежно свернуть. Мы сегодня просто что-то невероятное делаем. Чемодан. Ну, открывай. И смотрите. Это для тех, кто у нас часто ездит в командировки и очень практичные женщины. Итак, девочки, Никол, давай, как правильно ухаживать? Ручная? Как ухаживать за бархатом? Мы его стираем минус 30 градусов. Ручная. Не используем отбеливающие средства, только очень легкие порошки. Так. И, безусловно, можно также и с отжимом сделать в барабане, потому что бархату не страшно. Вы скажете, что здесь за счет блеска могут произойти какие-то нюансы. Нет, как мы уже сегодня пробовали, у нас блеск с вами не отходит, поэтому барабанная стирка и отжим рекомендованы. Цвет синий, бордовый и фиолетовый сейчас пользуется популярностью именно в размере 50, 56 и начиная от 62 размера. Удивительно, что у нас двойная размерная линейка, это значит, это дистанционная безопасная покупка. Бренда Люкс специально для вас остается менее 54 блуз, туник. И посмотрите, как вы будете выглядеть каждый день. Красивая, яркая и нарядная. Выбирайте прямо сегодня и, конечно, не забывайте о том, что блуза Полина заказывает вместе с брючками Виктория. Брюки до минус 30 классические.